В нашем городе много неравнодушных людей, которые чужую боль переживают как свою и стремятся помочь тем, кто нуждается в поддержке. С этой целью и была организована уже вторая по счету благотворительная ярмарка, чтобы внести вклад по сбору средств на проведение дорогостоящих медицинских процедур и диагностики. Давайте мы поаплодируем сейчас всем, кто помогал нам организовать эту ярмарку, и просто всем неравнодушным людям. Громко, друзья, поаплодируем всем им! Как водится на ярмарке, детей развлекали аниматоры, звучала музыка, выступали юные артисты и, естественно, была организована торговля игрушками, детской одеждой, головными уборами, бижутерией и другими товарами. И даже дождь не стал для неравнодушных степногорцев большой помехой. Многие из представителей молодежи и мамы включились в мероприятие на волонтерских началах, приготовили и раздавали желающим бутерброды и напитки, выходили на сцену. Хочу сказать большое спасибо многим, корпорации «Житайм», которая выступила спонсором, страховой компании. Также хочу сказать большое спасибо всем, кто сегодня пришел. Сейчас Кирилл находится в Астане. Ему сделали операцию, удалили опухоль головного мозга. Мы сейчас все свои силы, всю свою энергию отдаем для того, чтобы собрать средства и отправить Кирилла в клинику Мюнстер в Германию для продолжения лечения. Несмотря на страшный диагноз, организаторы этого и других мероприятий в поддержку Кирилла не опускают руки, верят в силу добра, в свою материнскую силу и благодарят степногорцев, так или иначе, принявших участие в судьбе мальчика.